Так, ну еще парочку, да? Еще парочку. Сколько у нас там? 22.57. Жесть, ребята. Это такой длинный стрим. Так, что вы тут задонатили? Если вы жлобитесь мне задонатить, задонатьте хоть на армию. Так. Так, что мы тут смотрим? Сейчас я посмотрю. Кстати, можно писать сообщение через... О, кто-то даже мне кинул. Евгений Анатольевич, спасибо тебе, дорогой. Хоть ты про меня не забыл. Кинул на карточку. Что-то и на АТО вы не особо. Так, тут Владимир Евгеньевич что-то закинул. Владимир Васильевич. О, вот кто-то молодец тут закинул. Аж 1500 на АТОшную карточку. Да ладно, в АТО-шоу? Так и да. Здравствуйте, смотрю вас иногда. Здравствуйте. И шо, как вам мои видео? Да ничего, прикольно. Да, прямая трансляция сейчас идет, так что можете передать привет прямо в прямом эфире. Передаю привет дорогим соотечественникам, дорогие россияне. Не будьте ватниками, будьте нормальными людьми. Думаешь, поможет? Уважайте в первую очередь свой народ. Оскорбляя другие народы за то, что они любят свой народ, вы унижаете свой народ, а не чужой. Прикольно. Ну, я это мысль формулировал. Ты думаешь, такой аутотренинг он поможет? Вряд ли. Ну, вот и я так думаю. Как-то это... Знаете что? Я просто в этом чате сидел тоже. Вот вы обращаете внимание на такую проблему, как ватники. Но я очень заметил, что среди украинцев тоже много ватников, и они вроде как называются вышеватники. Ну вот я, честно говоря, немножко не понимаю. Как вы понимаете это слово вышиватники? В чем суть? Ну то же самое, как ватник, который, господи, за русское величие что-то кричит. Тот же самый вышиватник про украинскую величию. Как это говорится, Украина по надусе? Или как? Нет, так Украина для украинца по надусе. Мы же не говорим, что мы лучше всех остальных. Вы немножко путаете. Мы это говорим только в контексте войны украино-российской. Когда нам говорят россияне, что украинцы выдуманная нация, выдуманный язык, мы там один народ. Вот только исходя из этих соображений, мы доказываем историческими примерами о том, что Россия, вот ее историческое место на параше. Вот Украина, это европейское государство с европейской историей. И с Слушайте, европейским будущим, сейчас... я надеюсь. Ну да, но вы же сейчас сказали в точности, как вышиватник, что место России у параши. Ну так я могу это обосновать. Да, я уже много обоснований слышал. Но... Ну, смотрите, страна под санкциям, страну изгнали из всех уважаемых заведений, из Большой Восьмерки, из всяких там договоров. Ну, уровень жизни низкий, медицина отстой. Так кто же отрицает? Ну так это, ну, это так, правительство. Я же говорю, так ну это место где? Или народ? Это правительство или народ? А почему вы себя дистанцируете от правительства, не могу понять. Это, знаешь, это такая почему? Удобная ну, ситуация. Я это правительство не выбирал. Как это? Не, ну ты, не, секунду, опа, начинается. А кто выбирал тогда? Ну, не я, тогда еще несовершеннолетний был, а... Как это? В прошлом году были избрания в этот... Как это? Сколько тебе лет в прошлом году было? А, в прошлом году 20 было. Так это было это... Это был не президента выборов. Так, а что, у вас только царь, у вас же есть еще его придворные. Вы же придворных выбирали в прошлом году. И опять за партию «Единая Россия», за партию президента проголосовали. Не надо себя снимать. Я в бюллетене писал «Петро Алексеевич Порошенко», честно говорю. Ну, я рад, конечно, что ты поддержишь моего президента, которого я выбирал. Но Порошенко нам самим пока нужен. Не, вы его поддерживаете? Я да. А, понятно. А, да, понятно. Ну, я не знаю, не, ну просто наоборот, нынешние украинцы, насколько я слышал, против нынешней власти снова. Вот это как раз те ватники, о которых ты вспоминал. Да? Которые, пролетарии, которые не могут, ну, оценить достижения, которые благодаря нашему президенту Украины есть, слава богу. Соответственно, для них это зло, потому что они хотят Путина как раз, такого молодца такого вообще.
То есть для вас основные выборы это выборы президента, да? Вот там Дума, вы даже не считаете, что как бы они что-то решают. Не, ну на самом деле никто ничего не решает. Выборы, они как бы фальсифицированы. Это выборы без выбора. Так а кто, технические кандидаты. Вот вы всегда, когда это говорите, скажите, кто им позволил вот так вами помыкать? Вот кто? Да инопланетяне или все-таки вы? Ну почему на вас нет ответа? Ну ладно, ну тебе 20 лет. Ну я не, без претензий. Просто, но не ты один это мне говоришь. Мне это повторяют дядьки по 50, по 60 лет. То же самое, что ты. Мы ничего не знаем, мы не виноваты. А кто сказал, что мы не знаем и мы не виноваты? Но просто смотрите, я не собираюсь топить и стоять в одном ряду с теми, кто хочет бороться. Ну, я не считаю, что у нас в стране очень много людей, ради которых стоит мне одному бороться и вставать в один ряд с ними. Ну так а что, ну подожди, ну жить-то тебе все равно же придется в этой стране, ну... Можно не закрыть факт. Глаза, можно закрыть не глаза, факт. Сделать вид, что ничего не происходит, но ты рано или поздно столкнешься с этой системой. Вот ты пойми. Конечно, я сталкиваюсь, но не факт, что я всю жизнь проживу в России. Во-первых. А, ну все, вот так и говори. Я не собираюсь жить в России, поэтому меня как бы Россия особо не волнует. Так и говори, я же не против. Ну, к примеру. Я пока еще не определился, понимаете. Не, ну ты учишься еще пока, да? Конечно. Да, ну, учусь. Получай образование, это самое главное. Угу. Но вот вы скажите, все-таки, вот говорите, Россия на параше, а Украина там европейская. Ну тогда получается, ну это вы страны так уравниваете, так сейчас скажу, сравниваете. А вот украинский народ, это так, хороший народ, а российский народ это унтерменши или это тоже хороший народ? Что значит хороший? Вот я, мне вот это понятие... Ну, он не может быть плохим, как бы. Ну, смотри, что плохой, хороший... Понимаешь, если для Путина, то российский народ хороший. Потому что это такой, знаешь, все позволяет с собой делать. Такие, ну я извини, но я говорю, как я обычно говорю. Такие хорошие, нормальные, качественные, крепостные. Ну которые, да, пассивные. Да, которые вот просто, ними удобно. Для него вы хороший народ. Для меня вы плохие в том плане, вот, ну, для меня поэтому вы плохие, потому что вы позволяете своей безвольностью Путину делать все то, что он делает. Поэтому для меня вы плохие. Не потому что вы плохие по жизни, вы, может быть, понимаю. Каждый в отдельности, любящие родители, любящие там отцы, жены, там, прекрасные люди. Но в отношении Украины вы для меня плохие, поскольку, с одной стороны, вы не были против, когда Путин это делал, и вы не встали против этого все. И, с другой стороны, многие еще и за это. Понимаешь? А, вот, нет, вот это очень большая проблема, что очень многие действительно за это. Не обоснованно. Ну, да, а да, почему? Да. Поэтому, что значит, я не говорю, что какой-то народ хуже или лучше. Для меня, допустим, мне не нравится, когда человек, наоборот, не хочет признавать свою национальность. Когда сидит откровенно, но я вижу, что он там татарин или он там казах. А он говорит, нет, я русский. Я говорю, ну ты же, ну какой русский? Ну у тебя жизнь на... Почему ты не уважаешь своих предков? Почему ты отказываешься? Украинцы даже есть, которые считают себя русские. Понимаешь? И у него есть история прекрасная, его народа там, и культура. Он это все отметает, я хочу быть русский. Вот, вот эти меня раздражают, этих я в какой-то мере не люблю. Только за их вот это отношение. А так, чтобы кого-то считать там унтерменьшами, это, ну, я могу стебаться там с этого. Ну, нет, там, нет, просто я с некоторыми украинцами говорили, мне сказали, что все-таки, нет, чувак, ты нормальный, но это потому, что у тебя есть украинская кровь, она действительно есть, вот. А вообще генетически... Это просто я это говорю в своих стримах часто, и многие стали повторять и это замечать. Поэтому, видишь, я не упоминал, но хорошо, что ты сам это упомянул. Видишь, с тобой можно общаться нормально. Ну а почему нельзя общаться с россиянином? Я не знаю, вы, как это связано, наверное, я не знаю. Но вы на пьяных россиян часто ж натыкаетесь, вот они, наверное, постоянно. Очень сильно бомбят. Не, ну они бомбят просто потому, что они пьяные, и ты, если будешь пьяный, ты будешь тоже более открытый, более... И я буду, если помню, пьяный, я тоже буду... С чего начинается провокация-то в ваших шоу, я не помню. С простых вопросов там. А, то есть это что хорошего вопрос. В России, допустим, и все, начинает бомбить уже у любого русского. Что хорошего в России? Никогда ты не задумывался, да, на такие вопросы? Ломает мозг сразу же. Нет, давно не задумывался. Не, ну почему?
Да, ну ты уже задумался. Раз ты уже думаешь свалить оттуда, то ты, наверное, уже задумался над этим. Не, я не то, что думаю свалить оттуда. Пока еще есть время подумать. И пока есть время над этим не думать. Но вообще, я как бы патриот народа своего, но не патриот правительства. Но я думаю, в этом и есть суть настоящего патриотизма. Я рекомендую тебе почитать Конституцию Российской Федерации. Я вам ее. Там есть пункт, о котором носителем власти является народ. Власть, ну, это да, вы. Да. Поэтому разграничить народ и власть, ну, не получится, понимаешь? Потому что вы есть власть. Даже если вам кажется, что вы не власть, все равно вы свою власть, значит, дали кому-то, подарили, пропили. Ну, как ни крути, извини. Просто я не считаю тебя как человека плохим, я тебе еще раз говорю. Да, я просто, вас понял. Просто из-за того, что вы все сейчас поддерживаете, ну, как ни крути, агрессию вашей страны против нашей страны, только вот поэтому у меня негативное отношение. Если вы сможете это прекратить, сможете пойти по цивилизованному пути, придерживаться своим договорам каким-то, вопросов нет, да, пожалуйста, меня вообще Россия никогда не интересовала. Прекрасная страна, живите, там у вас есть природное богатство, красота страны. Почему не заниматься своей страной? Почему нужно лезть, оккупировать территорию Украины и убивать украинцев? Вот, у меня, кстати, к вам встречный вопрос, раз вы так обвиняете россиян в том, что они, собственно, власть в стране и допустили вот такой произвол. Как вы допустили такой произвол, что президент Янукович стал халуем российской власти и, собственно, Украина находилась, ну, в руках, скажем. Ну, мы же справились. То, что последний Майдан... А поздно справились. Крыма нет. Не поздно, не-не-не. Поздно, но это Крыма, если мы... Крыма тоже не вернуть, и Донбасс. Ну, знаешь, нет. Это, понимаешь, такие заявления, спорить здесь бесполезно. Если бы ты у советского гражданина... Ну, я просто встречный, вопрос. Если бы ты у советского... Секунду, если бы ты... Я подловил вас на том, на чем вы меня. У советского гражданина, если бы ты 30 лет назад сказал бы, что СССР развалится, тебе бы любой гражданин этой огромной страны сказал бы, ты что, с ума сошел? Никогда не развалится СССР. Вот так же и Крым никогда не вернется в Украину. Это, понимаешь, это СССР не стало в один день. Вот так же в один день Крым вернется в Украину. Легко. Вы еще будете уговаривать, чтобы мы его забрали. Понимаешь? Это будет не завтра. Это может быть даже не через 10 лет и не через 20. Но это будет все равно. Угу. Понимаешь? Да, понимаю. Кстати, Крым ваш был уже раза три, наверное. 1755 года Крымская война, там, потом выкричали Крым наш, потом, или 56-й, я вот сейчас боюсь соврать. Ну, в общем, неважно, там уже несколько раз он был ваш, потом становился чужой, потом опять ваш, поэтому это знаешь такое. Ну ладно, хорошо. Слушайте, у вас шоу там, ну, аудитория какая-никакая есть, там, наверное, несколько тысяч человек есть, я точно не знаю. Ну, сейчас смотрит в прямом эфире 2660 человек. Вот, замечательно. Слушайте, а как вы тогда, ну, вы же, видимо, ну, на вас смотрят, ориентируются, может быть, кто-то может поменять взгляды. Вот как вы относитесь, собственно, к радикальному национализму в Украине? Как ты понимаешь? Я просто, знаешь, вот эти понятия, они размыты. Для каждого, каждый их воспринимает по-своему. Что значит радикальный? Радикальный — это коценки себе сделать, немецкий крест или трезубец на всю грудь, или как? Я не понимаю. Что значит радикальный? Ну, я не знаю, что мне... Украинский известно. Национализм, он такой специфический. Я понимаю, нет. Ну, скажем, парни из организации Азов со свастиками или Мизантропик Дивижн. Они не со свастиками, это древний символ, который вообще к свастике не имеет отношения. Нет, именно с конкретными свастиками, прям как на немецком, на флаге Рейхстага. Я ничего не имею против коловратов. Я тебе скажу, я хотел бы быть националистом. Для меня националист украинский — это человек, который знает украинскую историю, украинский язык, который понимает, что Россия — это агрессор. Вот и все. У нас вообще национальная идея, националистическая украинская, простая. Отстаньте от нас. Все. А, нет, я, кстати, замечаю, что да, очень многих украинцев слышал, то есть мне заявляли, что негр может быть украинцем. Да, да, да. А вот с позиции российских, ну, русских националистов такого никак невозможно. То есть он в первую очередь должен быть русским по крови. Вот у нас так. Ты знаешь, откуда пошла вот это «кто не скачет, тот хач»? Это хач? С ваших русских маршев, да.
Посмотри, ладно, есть такая «Русский марш», загуглишь, ну потом загуглишь. Да я знаю, 4 ноября. Да, проходит. Так он каждый год у вас проходит по всем большим городам, и там, да, вот такие выкрики, это от вас пошло, кто не скачет, тот хач. Поэтому то, что у нас там обвиняют, что у нас кто не скачет, то и москаль. Нет, ты понимаешь, а вот что... это, вот я, кстати, не, я приколы не понимаю. Ну, кто не хач, кто не скачет, тот москаль. Ну, прикольный, и чё? На это обижаться стоит или... Ну, ваши обижаются, это считается... Ну, видишь, вас считают, что это что-то в этом месте экстремизм какой-то. Не знаю, я помню, что когда вот реально нехорошие лозунги были москаляку на геляку, ну да, как-то неприятно. А что тут плохого? Ну, как я понял, тут москалю, то есть россиянину смерти желают. Ну, подожди, если, смотри. А это причем до секунду, того, секунду, как смотри, 300 лет, подожди, 300 лет твой народ, другой народ, а именно москали, потому что это москали пошло от названия Московского царства, поэтому москали. Я знаю, конечно. Да. 300 лет украинцев запрещают украинский язык, украинцев угнетают, берут в рабство, убивают, ссылают в Сибирь, в Казахстан, во Вторую мировую войну взрывают дамбу, смывают там... Что только не делают, сейчас пришли убивать. И ты считаешь, что лозунг оккупанта, убийцу, нагиляку, это плохой лозунг? Ну не знаю, у нас... Это у лозунг нас... для самого, для выживания нации, ты пойми. Это не Если у нас не будет такого лозунга, нации. Нам будет хана просто. Нет, это не лозунг. Сейчас еще один пример приведу. У нас тоже есть такие люди, но опять же, ватники, которые пьяные, орут, а ну пойдем пиздить немчуру за дедов наших. Вот точно, точно так же вы сейчас обижаетесь на прошлое. Ты, секунду, секунду, ты немножко... Нет, что значит на прошлое? Я тебе привожу сейчас этот пример. Но сейчас все-таки Украина самостоятельное государство. В смысле? Так вы нас убиваете... Смотри, вы нас убивали всю историю. От там незапамятных времен до этих. Я же тебе пытаюсь... Ну вы оправдайтесь, оправдайтесь-то за мою претензию по поводу того, что я вас сравнил с ватниками, которые за дедовка хотят немчуру. Ну так палить. Ты сравнил, подожди, ты сравнил с фашистским государством Украину? Нет, я сравнил людей, которые хотят отомстить. Подожди, что-то... Ты мне сказал, что ваши идут бить дедов? Нет, говорят, говорят. Вот подожди, за дедов бьют немцев. Но получается, немцы то сейчас не убивают россиян? Нет, не понял. Нет. А россияне убивают украинцев. Чувствуешь разницу? Ну да. Ну, я тебе скажу, до 13 года. Я не украинец, со мной такого не было. Смотри, до 14 года мы не вспоминали эти никакие проблемы, правильно? Я понимаю. Вот не, понимаете, мне просто тяжело понять, я же в этих условиях не нахожусь. Вот пишут, фанаты московского Спартака кричали, кто не прыгает, тот чурка, гей-гей-гей. Не знаю, у нас есть фанаты, которые кричат вашу небезызвестную песенку из двух слов, так что... А, ла-ла-ла-ла, которая? Ну, вы же и понимаете, я же на стриме, не дай бог мне ФСБ. Не, я ж, да, я же вопросов нет, я ж все понимаю прекрасно. Она хорошая песня. Ну, так что, я оправдался по поводу дедов? Ну, не, ну я же говорю, я в такой ситуации, как украинский народ, не ходил, не находился. Мне пока, ну, тяжело понять. Ну, я не говорю, что я это как-то отрицаю, но не Я понимаю, думаю, вы поймете, когда придет Китай, вас захватит, и вот тогда вы будете понимать, что такое быть в оккупации. Ага, нет, слушайте, ну, а вы реально верите в то, что с Китаем будет война? Не, они вас заберут бесплатно. Ну, может быть, купят хотя бы. Ну, я... ну они Нет, сейчас понимаете? В обмен... Подожди, смотри, почему сейчас Китай в нейтралитете вот этой ситуации во всей? Почему Китай... Россия считает, что это партнерство, но на самом деле, ты понимаешь, Китаю отдают Сибирь потихоньку. Может, называют то территории ускоренного, опережающего развития отдали им, там, как 10 Крымов отдали территорию. И... Де-факто они там оккупировали уже огромную территорию просто. Угу, да, ну, ну это факт. Ну, ну так в один прекрасный день, когда они ждут, китайцы ждут что? Когда вас додавит Европа и Америка, даже не своими руками, китайцы хитрые. Они ждут, когда вас додавят экономически. Сейчас уже 1 числа приказал долго жить ваш фонд, блин, опять забыл, развитие или как, национального благосостояния.
И вот так потихоньку, слушай, когда умрет ваша экономика, придет Китай и скажет: ребята, вы все равно же не справляетесь. Давайте мы заберем по Урал. Вот то ваше. А мы тут даже не буду говорить, оно будет считаться Россией какое-то время там, блин. Все остальное. Ну, там будут просто китайские базы, китайские люди и все остальное. Слушайте, а вы прям что-то как-то хорошо осведомлены о ситуации в России. Почему? Да я каждый день с вами тут общаюсь 4 года подряд. А, то есть господина Киселева и Соловьева не смотрите, да? Не, ну выдержки мне ж, конечно, сбрасывают. Ага, понятно. Слушайте, вот я не знаю, а вот кто тогда на сегодняшний день украинский герой номер один? Украинские добровольцы, я думаю. А, то есть одного человека нет такого конкретного, да? Я бы сильно не выделял бы прямо. Я считаю, что героизм сейчас это украинцы. А, то есть герои украинцы... это те, которые воюют, да? Нет, сейчас можно найти... Ну, понимаешь, вот прямо какого-то одного самого главного героя, ну, я бы так... Герои — это добровольцы, которые остановили агрессию. Герои народ Украины, кто поддержал этих добровольцев. Герои наши... Вот даже герой — это наши, те, кто отбились от вашего контракта и сэкономили Украине 75 миллиардов долларов. Герой, герой. Не, вы понимаете, к сожалению, такие герои забываются. А вот, ну вот, например, Пушкин — герой России. Герой России. Да кто его знает? У вас Сталин герой. У вас герой, Пушкин... кто вас больше всего убивал? У вас герой — это Кадыров. Нет, нет, даже... нет, вот смотри, нет, Кадыров, так... да? Кто нет, вам бошки резал, я... тот и герой. Не, я не в том смысле, не, про Кадырова ни в коем случае нельзя говорить, ну вы что? Нет, смотрите, я именно с той позиции, вот типа Пушкин — герой России, да, я знаю, там Тарас Шевченко, Леся Украинка, ну то тоже по-любому герой Украины, Янка Купала — герой Беларуси, а вот современный герой 21 века в настоящее время, кто у вас, скажем, сейчас? Блин, я за этими, за всеми стримами, ну у нас масса героев, у нас их просто, ну я не могу, я честно говорю, я не могу выделить кого-то одного. Есть те, кто... ну, скажем, нет, люди, блин... искусства, да, скорее всего. Люди искусства, которые, ну, как бы, своим творчеством народ за собой ведут. Ну, не знаю. У каждого свои герои. Каждый... Понимаешь, это настолько индивидуально, что кому ближе, тот себе рисует и героев. Ну, вот я не знаю. Меня вот заставил посмотреть по-другому на Украину Сергей Михалков. Так он белорус. Ну, по крайней мере, жил в Киеве. Ну, он сейчас, ему пришлось переехать. И... Вообще, он белорус на самом деле. Да я-то в курсе, я очень люблю это. Так как посмотреть на Украину? Не, ну так это вот, прикольно, вот, так... конечно. А, вот именно, вы же сказали, что он белорус. Ну, так это, по, сейчас скажу, по образу мыслей, скорее всего, он украинец был в то время. Я просто тебе скажу, что украинский и белорусский народ — это реально очень близкие... по языку, по духу, как вы любите говорить, братские народы. Да. Ну, поэтому тебе кажется, что прямо они очень, ну, что Михалок — это практически чуть ли не украинец. А русские, не, ну, очень далеки к нам. По, ну, ментальному, по языковому, там, по всему остальному. Да, да, кто ж спорит. А вы знаете, была у вас такая девушка, которая написала... стих. «Никогда вы не, мы не будем братьями, да, ни по родине, ни по матери». Но... мне кажется, и... ну да, ничего плохого в нем нет. Да, это факт. А вот очень многих это обидело в России. Да, нам, понимаешь, оккупанты обиделись. Ой, какое горе. Боже, что ж нам теперь делать? Это знаешь, как если бы в советское время кто-то написал стих про фашистов. Они такие: сидит Гитлер и пролачет, блин. Это ужас вообще, блин. Про нас написали стих. Слушайте, ну а из российских там людей, там, из, ну скажем, из СМИ, из медиасферы или людей искусства, кого чтят в Украине, вот именно после событий АТО и всего прочего. Ну, я же тебе говорю, у каждого свои идеалы. Ну, я, ну я, вот я точно я знаю, не могу что за Андрей... всех говорить. Нет, нет, ну за всю Украину можно сказать в целом. Но мне кажется, Андрей Макаревич достаточно чтимый человек у вас. Ну, Андрей Макаревич, это ж... Не, ну да, он поддерживает. Единственный, кто не побоялся, он жутко пострадал от того, что нас поддержал. Ему выключали свет на концертах, чтобы он не мог выступать и прочее, прочее. Ваши же гнобят, как только могут. Да это ненадолго было.
Ну, так его и до сих пор не видно и не слышно нигде. Как это? По телевизору я недавно увидел. Да, по ну не знаю. НТВ. Очень сильно его гнобили. У нас герои, наши киборги, которые держали так называемый аэропорт. Да ну полно, у нас волонтеры, которые вытянули эту армию на своем горбу вообще, когда еще не было снабжения. У нас герои даже американцы, украинские американцы, там те, кто помогал, помощь. Ты представляешь, сколько Канада прислала, Америка, Европа, Италия, там Германия даже, сколько прислали всего для поддержки украинской армии. Герой, а Надежда Савченко? Секунду, герой это украинского происхождения американский миллионер, который погиб на Донбассе. Герой это украинский тенор, который погиб на Донбассе. Слепак. Забыл, как его имя, извините. Да ну герой, ты что? Ну, какие герои? Это же у вас герой, Моторола. Кто там? Кто герой сейчас российского времени? Моторола? Ну, наверное, Сергей Безруков, Никита Михалков. Да ну ты, ну, блин. Ну, среди просвещенных людей, среди небыдла. Так в чем его героизм? В том, что Безруков может открывать рот и диктовать текст, который не он написал. В чем его геройство? Что-то светлое, понимаете, еще дает. Ну, не знаю. Что-то ну, мы пошли знаю. В такую тему скучную. Я не знаю, вот это рисование себе героев. Знаешь, не сделай себе кумира, чтобы потом не разочаровываться. Ага. А, ну да, сегодня же Рождество. Да. Так там, понимаешь, это все можно по-разному к этому относиться, к Рождеству и ко всему остальному. Но просто там написаны такие вещи простые, которые на самом деле придуманы или не придуманы, не взяты из жизни. И все верно сказано. Не сотвори себе кумира. Ага. Слушайте, ну вот смотрите, вас все-таки можно спросить, как человека, там, у собственный канал, аудитория подписчиков, ну, несколько тысяч есть, вот за хотя бы. За вашу аудиторию, но можете так целую картину сказать. Вот как помирить российский и украинский народ? Чего будет достаточно? Вернуть Крым, прекратить противостояние на Донбассе и полностью вернуть, и заплатить репарации? Нет, подождите, репарации это нет, нельзя платить, потому что Крым вернули. Что дальше? Ну и вернуть 11 тысяч убитых героев. То есть нарожать новых. Что? Не, вернуть но тех, их, как это не вернуть. Ну, вот, не вернуть. Вот это ответ на твой вопрос. То есть это уже никак не искупить. Ну, что значит искупить? Искупить можно. Ну, все, есть вещи, угодно, которые нельзя искупить, понимаешь? Ты сейчас действуешь с логики типичной российской. Откупиться баблом. Понимаешь, опять сделать так. Ну, все, ладно, у нас не получилось вас захватить в этот раз. Нате вам бабло. Сейчас мы немножко опять укрепимся, опять поедим американских окорочок, опять наладим свой этот и здорово боку подкрадемся и опять вас будем убивать и все остальное, понимаешь? Странная позиция. Но самое главное, понимаешь, по крайней мере, главное, история что, не знала таких случаев, самое о которых главное, вы сейчас описали. Самое главное, что нужно сделать, это раскаяться. Вот этого вот, то, чего... Это, наверное, даже сложнее, чем вернуть 11 тысяч погибших воинов. Это чтобы россияне раскаялись и поняли, что они творят. То есть каждый россиянин должен покаяться да, в том, что да, да. Я как говорю, знаешь, приходите этому. На границу с Украиной, становитесь на колени и просите прощения. Понятно. Слушайте, ну вы точно типичный вышиватник. Спасибо. Ладно, спасибо тебе за беседу. Давай на этом... Закончим слава уже. Украине, слава России, живе Беларусь. Мир, любовь, рок-н-ролл. Так, все, ребята. Так, подождите, почитаю сообщение. Все-таки надавил на жалость. Покидали мне тут денежку. Чуть-чуть. Так, Андрій у нас маколики. Дякую. Дуже за підтримку. Помощь каналу, спасибо. За стрім прямо от. Закинули денежку. Так. От нашого колгоспу в вашій хаті. Та щоб на танчики часу вистачало. Ребята, на танчики не вистачає часу. Тут хоч би вистачало часу на ту роботу, которую приходиться делать з цими стрімами, со всеми
с этими болезнями, блин. Задолбало это все. Так. Ну что, ребята, сейчас не пугайтесь, это видео пропадет. Надо входить на стрим, кто хочет смотреть полностью. Я отсюда повырезаю кусочки и выложу на основном канале. Выберу то, что мне нравится. Спасибо, ребята, всех, кто пришел, задавал вопросы. Помогали, кстати, в чате. Я так поглядывал там. Хорошо, когда одновременно и стримы, кто-то там подсказывает, потому что все равно не запомнишь. А то мне там куча советов. Ты вот то там, то не так сказал. Ребята, невозможно все знать. Это в принципе, я себя не позиционирую, как вот этот с ихними карманами, с миллионом вот тут. Вундеркиндер, блин. Я, ну, обычный человек, такой же, как и вы. С кругозором, может быть, там, в каком-то у меня лучше, в каком-то хуже. Я этого абсолютно не стыжусь, потому что я тут не супер человек какой-то. Еще раз вам говорю. Обычный человек, такой же, как и вы. Так, в общем, хотел сказать спасибо, потому что все не успеваю. Прислал человек мне пластыри, знаете, целых две коробки пластыри. Я их отправлю в АТО, ребята, ну знаете, там то сапоги натерли, то еще что-то, пластыри. Прислали бинокль, даже не успел его распаковать. Прислали средство наблюдения, так скажем. Тоже посмотрим, куда оно пригодится. Интересная штука. На тепловизоры дособираем, просто их нет в наличии. Я заказал, хочу дособрать уже еще на два. Один у меня уже лежит, и на два их, ну, просто нету их еще, физически нету. Поэтому соберут, я тоже проплачу, заберем. Ну, там на один уже полная сумма есть, на второй еще потихоньку собираем. У кого есть денежка. Я понимаю, праздники, ребята, я не давлю. И так молодцы, накидали столько денег в поддержку армии. Кстати, ну сейчас посмотрю, вы тут, может, и в армии что-то писали. Сейчас, а то я по армии не почитал. Тут у нас уже есть 174 863 гривны. А нужно нам два раза по 120. Нужно 240 тысяч. Ну, конечно, до хрена. А, 70 тысяч осталось. Так, что тут писали? Или тут комментарии не писали? Тут просто переказы. Так. На подарки для Макшан. Это на АТО кто-то кинул. Молодец. Так. Так, кто тут что еще? Блин, уже и насморк, извините. Так, допомога АТО. Ну, тут просто ребята молча на армию. Тут и 1500, и, ну, суммы разные абсолютно. Так, самый герой у нас это тот, кто перечислил 40 тысяч одним платежом. Там 40 300 гривен. Я все переживал, что он протрезвеет и придет требовать с меня эти деньги. Но оказалось, что человек, видно, реально переживает за армию. Такую огромную сумму кинул. Огромное ему спасибо. Так, поэтому я начал собирать и на третий. И, собственно, из-за него и на третий тепловизор. Так, все, ребята, спасибо огромное. Еще раз всех с праздником. Пережить остальные праздники. Но надо уже трезветь, надо начинать работать. Потому что праздники это только на России бесконечные. А нам надо строить нашу страну. И надо начинать каждому с себя это. Все, давайте удачи. Пока. До новых встреч.